Доброе утро, дорогие друзья. Посмотрите, какая посылочка мне пришла. Это у нас, я так понял, видите, Чебоксары. Мы как-то проезжали с отцом мимо, когда везли Акелу в центре города, хотели остановиться. Ну, я хотел в гостинице, но там как раз была администрация или полиция, я так и не понял. И папа сказал, не-не-не, там мы не будем останавливаться, поехали дальше. И вот за городом остановились. Посмотрите, это нам прислал Антон. Смотрите, УАЗ-2106, как раз вот вспоминание об этом, о шестерочке нашей красивой. И вот он в подарок еще, оригинальное зеркало на УАЗ-2106. На правую сторону, посмотрите, красота какая. А у меня как раз только с левой стороны зеркало. Или справа, я так и не понял. Так, ну ладно, разберемся. И еще это, вот он сделал. Что-то своими руками, что вот это сделал своими руками. Спасибо тебе, Антон, большое за такие подарки. На ночь отключал пруд. Посмотрите, сколько уже воды выкачано. Все зеленое. Сюда перекись надо добавлять. Как раз есть перекись, чтобы вот эту всю зеленую плесень сожрала. Там у нас в маленьком вольерчике ночевали сегодня Умка, Ария и братиш. Прекрасно себя чувствует. Сегодня должен был ехать опять с щенками кабанчику, но приболел я, подошел к машине и понял, что не вывезу всех щенков везти куда-либо, поэтому занимаюсь здесь сегодня на месте всеми этими делами. Акела, доброе утро. Вот хожу как раз с подарками. У вас с прудом все хорошо? Вон, посмотри, одуванчики у вас тут. Трактор тоже там почистил все. Сейчас покажу, подойду. Не до конца, конечно, здесь прочистил, времени не хватило. Но все же здесь освободил, здесь уже смело вольер, можно один маленький строить. И тут, посмотрите, все, и вот в одну кучу он все сложил, я попросил посередине его все сложить. Здесь будем отбирать, как уже сказал, деревья, и для заборчика маленького строить. Вот тут еще надо все пособирать, все эти дела. Завтра надо ехать. Растения смотреть. Тут все тоже кучу это убрал. В общем, здесь она теперь. Не знаю, надеюсь, мне завтра полегче будет. У меня сначала дочка заболела, а потом я вот через 2 дня. Еще тренировку такую хорошую вчера провел. Интенсивную, я бы сказал. Силовые не стал упражнения делать. Интенсивные провел. Плавание. Сколько я, наверное, 2 года не плавал. Километр проплыл. Это уже в конце тренировки. Заминку такую сделал. Километр. И баня. И вот что-то меня скосило. Ничего. Сейчас морсика целый день попьем и нормально встанем на ноги завтра. Фурия, привет. Они вот из-за коробок больше пугаются. Барана вам надо еще одного купить. Да, Акела? Да будет возможность, возьму вам еще одного барашку. Поеду, куплю. Добрый вечер, дорогие друзья. Шланг подсоединил. Там вот пришлось толстый шланг брать.
потому что тот не дотягивался, маленький. Вот так вот у нас сделал. Сначала этот снимал, раскрутил этот переходник, уж неудобно было всовывать, и вот туда прям шланг сунул. Переходничок пока вот здесь побудет. Вот так вот. Сейчас посмотрим, сколько там набралось воды, сколько ушло. Перекисью залили все. Братиш, Ария и Умка пока там еще побудут. Не помню, говорил уже, нет. Все здесь травой посеяли. Купил мешок травы. Посеяли все. А, медленно набирается. Видите, от перекиси все листья поднялись. Надо будет с очком убрать. Ну, немножко сейчас все это еще больше поднимется, а то неудобно. Неудобно здесь ходить. Здесь по максимуму убрал руками листья все. Вот. Здесь перекисью все тоже облито. 20 литров вылил. Там уже тоже он подсыхает. Вода быстро ушла, кстати. Ванизма от нее вообще прям неимоверная. Ну и здесь вон, посмотрите, уже выскакивают растения. Сейчас здесь вообще вон хорошим удобрением. К щенкам не заходил сегодня. Как хочется их потискать, но я понимаю, что сейчас-то долго надо с ними там возиться. Я обычно, когда захожу, минут 30-40. И вот каждый раз, когда мимо прохожу, захожу к ним. Сейчас приболел. Плохо себя чувствую. Алу сегодня отсадили. По причине того, что очень сильно Монику бьет. Но не пересадили вечером. Я завтра утром уже пересажу ее. Вы что, красавцы? Баунти, смотришь на меня? А, два братика там тоже. Что вы? Братиша, ты что тут газуешь? Ты лишь бы тебе побить меня, да? Вот, молодец, Арюшка. Умочка. Ну, что ты так смотришь?